Вот так выглядит афиша местная. Для приезжающих там что-то, вот клуб «Кристалл», «Аура». Ну, в принципе, вы видите, какие тут артисты и мое отношение к говноартистам. Я, конечно, не буду озвучивать. Вот, это ваше собственное мнение, уже сами составите. Была еще группа «Серебро», «Руки вверх», да, приезжал. Ну, короче говоря, Турция тут зазывает, да, артистов тиражных, которые уже, в принципе, в России никому не нужны. Скоро Пугачева сюда приедет, Галкин, Петросян, ну и прочие.